Безупречный рацион. Строй мышцы, сжигай жир. Следующие 6 блюд имеют одну общую черту. Они совершенны, они безупречны. Они настолько, насколько это возможно, чисты и идеальны. Ведь они помогают нарастить мышечную массу при условии, что ты предан тренировкам, сжечь жир, а также способствуют оздоровлению тела в целом. И что самое удобное, это полноценная пища на весь день. Не уверен, что лучше съесть на завтрак, обед, ужин, сейчас узнаешь. И хотя, возможно, тебе придется подобрать порции под свою комплекцию. Эта еда считается довольно универсальной для атлета. Наслаждайся. Идеальный завтрак. От 4 до 6 яиц, белков. Плюс 2 целых яйца. Одна порция овсяной каши, 1 банан. 525 калорий, 38 грамм белка, 59 грамм углеводов, 15 грамм жиров. Яйца – универсальная основа бодибилдинга, а также простой в переваривании белок, дающий мышцам толчок к росту. Каша содержит богатые энергии углеводы, а бананы содержат фруктозу и калий, которые поддерживают образование гликогена в печени и мышцах для минимизации разрушения мышечных волокон. При приготовлении каши замени воду на 0,5 литра молока. Это добавит еще 16 грамм белка, 24 грамма углеводов и 4 грамма жира. Заметка жиросжигателем. Используй вместо цельных яиц только яичные белки. Таким образом ты сведешь к минимуму содержание калорий и жиров в завтраке. Также замени банан одной чашкой клубники. Еще минус 50 калорий. Идеальный обед. От 170 до 250 грамм простого говяжьего мяса. 2 чашки макарон, 3 четвертых чашки брокколи. 700 калорий, 60 грамм белка, 83 грамма углеводов, 13 граммов жиров. Почему? Для строительства мускулов нет ничего лучше мяса. Оно содержит креатин, все необходимые аминокислоты, а также полный спектр витаминов группы В. Кроме того, оно насыщено железом, катализатором при производстве энергии. Паста содержит углеводы, которые так необходимы для энергии, а брокколи содержит соединения, поддерживающие баланс жиров в нашем организме. Выбирай просто нежирную, а не постную говядину. Около 10-15% жира. Лишний жир и калории замедлят сжигание гликогена и белка, что улучшит мышечный рост. Заметка жиросжигателем. Следи за количеством потребляемых углеводов во время обеда. Съедай только одну чашку макарон и двойную порцию брокколи, что даст тебе немного калорий и большое количество клетчатки. Так ты сможешь контролировать калории и чувство голода. Идеальная предтренировочная закуска за час до тренировки. Одна чашка обезжиренного творога, 4 ломтика ржаного хлеба с 2 столовыми ложками виноградного варенья. 532 калории, 35 грамм белка, 89 грамм углеводов и 4 грамма жира. Во время тренировки белок из творога попадает в кровь и приостанавливает распад мышц. Виноградное варенье дает сахар, который поднимает инсулин, также минимизируя разрушение. Ржаной хлеб – это медленный углевод, предотвращающий снижение сахара в крови. Положи в качестве добавки еще полчашки риса. Заметка жиросжигателем. Съешь 1/2 часть стакана риса, 1-2 столовые ложки изюма. Идеальный перекус в любое время. Бутерброд из индейки. 2 ломтика цельнозернового хлеба, 2-3 пластинки обезжиренного сыра, 3-4 пластинки грудки индейки, горчица и обезжиренный майонез. 316 калорий, 36 грамм белка, 34 грамма углеводов и 4 грамма жира. Удобство, а также столь необходимый 6-й прием пищи в день. Сбалансированное сочетание белков, углеводов и жиров в этом бутерброде идеально подходит для строительства наших мышц. Заметка хардгейнерам. Выпей стакан нежирного молока и съешь кусочек фрукта, если твой метаболизм выше среднего. Заметка жиросжигателям. Выбирай хлеб с пониженным содержанием углеводов, чтобы держать калории под контролем. Идеальный ужин. 1 куриная грудка 220 грамм, 1 батат или сладкий картофель 603 калории, 69 грамм белка, 61 грамм углеводов и 7 граммов жира. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!